have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Это Halo и Infinite. Ответь на вопрос. Если бы ты знал, как умрешь, ты бы прожил жизнь иначе. Атриокс. Я стану последним, что ты увидишь в жизни. Внимание, внимание. Расставление в каналах 4:17:33. Расставление в каналах 4:17:33. Ну вы поняли. Протокол привет. Обнаружено пробоины. Я управляю? Нет, нет. Это я. Обнаружено пробоину. Пробоина устранена. Хорошо, зачем это повторять 10 раз? Так, пап, слушай, привет. Покажи, какая ты большая. Вот такая. Песенку споешь? Как хорошо, барашек мой. Хорошо поешь. Я скучаю, скучаю. Люблю и люблю тебя, папа. Скажи, очень жду. Я очень жду. Вот теперь скажи пока, пока. Видимо, мы здесь уже очень давно, кто бы это ни был. И тут холодно. Обнаружен сигнал. Определяется как свой. Чувак, а как ты тут выжил, если тут так холодно? Это Пеликан, Эхо 216, как слышите меня? Мастер Чиф. Мастер Чиф.
И вот питание сгорели. Броня перевелась в режим выживания. Пробуем отменить. Ну, в смысле, override это... Обмануть протокол. Слышишь, если ты готов, только не сдохни. Пожалуйста. Чувак так с закрытыми глазами два кабеля соединил. Может, ты еще USB можешь с первого раза воткнуть, а? Есть! Yes! We're going home! А как я связан с тем, что ты летишь домой? Welcome back, Chief. Привет, Чиф. I rerouted what little power I had into перебросил your остатки энергии в твою броню. I'm seeing a fault on the calibration matrix. Калибровочную матрицу, если, конечно, это матрица. Okay, follow the light. Смотри-ка на свет. Look up. Ой, now let's look down. It seems fine. Let's try right. And now left. Your visor feed and motor function seem to be operational. Что, данные моторики в норме, но похоже с проблемой с сервоприводами. Наверное, да. Try moving it. Подвигай руками. Эй, полегче. Долго был в отключке. Было что-то для проведения диагностики. Устройство, совместимое с оружием, сертификат подлинности ИИ не обнаружен. Продолжим. Полегче, ты же не вошел в установку, обстановку. Да и тебе надо кое-что увидеть. Блин, конечно, кинематографичность этой игры прям вот... да. Мое почтение. Мы проиграли. Все кончено. Больше делать нечего, я даже не знаю, где мы. Не-не-не, только они, не может быть. Нужно бежать. Нужно оружие. У меня только вот это. Этого хватит. Если что, ребятушки, звук потом подрегулируем. Что будешь делать? Импровизировать. Дверь закрой. Я даже боюсь спросить. Ну ладно. Боевой корабль Гбракон. Я играю, я не играю. Главное, батареи отключились. Мы тут застряли. Ух. Честно говоря, немножко волнительный момент. У тебя одна пуля против целой армии. Что ты этим сделаешь? Спокойно. Хватит. Вот мы перезарядились. Они запускают стоящий луч. Нам нужно бежать. Займись батареями. Я пока что нам время немножечко выиграю. Alright, bring it on. I'm ready. Я думаю, что я готов. Посмотрим. Там тут показывают новые... Опа, гравитация! Показывают новые фишечки. Глаза, ну или ты живой? Так, что теперь? Ха-ха-ха. При сканировании отображается текущая цель задания и точки на маршрута. Блин. А также находящиеся рядом оружие, объекты для этого задания. Отключайте подсказки, можно в разделе параметры интерфейса. Меню, окей, я очень рад. Z. Воу-воу-воу, а чё за фризы? We can't go anywhere while that stasis beam is active. Then we shut it down. Stasis beam, weapons,
All of it. Присаживаться на контроль. Как ты вернешься, я что-нибудь придумаю. Так. Сверху это... Так, все, ребяточки. Дальше читайте сами, пожалуйста. Озвучка будет только на катсценах. Я думаю, вы меня поймете, почему. Все-таки шутанчик. Цель здания туда, а бочки... Фест, я не хочу фест, ребят. Так, хорошо. Крюк после запуска прикрепляется к объектам. С его помощью можно попасть в труднодоступные места, подтягиваясь врагами, брать предмет на расстоянии. Если объект находится на зоне досягаемости крюка, рядом при себе появится метка. Я вас понял, это Q. Так, ребят, чтобы вы понимали, что происходит в Halo, я играл только один раз. В первый Halo. Так, а сколько тут патронов? Тут 86. Я похожу пока что со своей винтовкой, потом, если что, переключусь. А, мне туда? Ладно, надеюсь. Почему это звучит как хоббиты, блин? Просто из того, что... Вставай, братан, что? Так, патроны закончились. Все, меняем на инопланетное оружие. Нам норм. А, щит — это наша верхняя полоска, то, что под ней — это наши жизни. В жизни лучше не попадать. Это я понял, блин, их тут много. У вас оружка бесполезная. Что за... Я там еще не всех достреляю. Блин, это что-то большое, да? Ой, это что-то большое. А, у меня пистолет, а это что-то большое, блин. О, твою за ногу. А давайте не надо. Вот можно не... Отлично. Вот ты! Блин, она меня ударила. Не надо меня бить, тварь! Но он чаржится, это понятно. Ай! Ого! Ого! А жизнь, кстати, заканчивается быстро, если чё. Так. We do not kneel before Thor. We stand. Я поехал отсюда. А, я понял. Я понял, как это работает. Выпусти меня. Да! Минус. Все, я понял. Нужно больше крюком пользоваться. Так, голограмма, да. Это Атриокс. Он вел атаку на Инфинити. Он искал что-то. Да, меня, например, искал. Он убил всех. Я знаю. Мы встретились. Я знаю, мы встречались. Так, на секундочку. Пополнить боезапас. А не то! Так, мне туда.
А на самом деле... О-о-о! Довольно сложно. Ну, то есть жизнь заканчивается реально довольно сложно. Я на среднем играю, если чё. Ну, как раз патрончики закончились. Ну-ка, а ты что такое? Револьвер, типа? Ну, судя по патронам, да. Сейчас посмотрим, как это работает. Impossible! О! Минус. Нет, ну револьвер, кстати, ничего такой. А с чем вы ходите? Да-да-да-да-да. Потринги там мне еще. Кстати, да, ребятушки, кроме... Можешь меня не перебивать, пожалуйста? Кроме того, что это вторая игра Halo, за которую, в которой я играю за все это время. Нажму. Да-да-да-да-да-да-да-да. Мне туда. Также, почему-то эта игрушка не захотела записываться Bandicam, тем, чем я обычно записываю. Приходится писать GeForce-овой программой за всю историю канала. Это вторая игра, которая не захотела записываться Bandicam. Понял, все. До свидания. Сложно. Я тоже хочу что-то хорошее. А, я мог их взорвать. Эта штука, да, она взрывается. Неплохо, нужно этим чаще пользоваться. Я никак пока еще не привыкну. Ой, не надо меня жечь. Фига себе. Никак не привыкну еще к местной механике. Хорош! Оно горит. Это огонь местный. Так. Но оно заряжается, да? Или нет? 77%. А, я понял, это просто... Все, отдай мне эту штуку обратно. Мне оно пока что нравится. Куда мне? Мне вот сюда. Удерживать надо, блин. Так, посмотрим, как оно и что. Не смотрел я. А, корабли. Расторжение. Какие шансы против силы из Глани... Из Гланики уже ла-ла-ла. Где, может быть, живых не осталось, кроме нас? Я вообще не факт, что человек, если что. Да, я же говорю, я ни рецензии, ни отзывы не читал. Игрушка вышла относительно недавно, но я постарался максимум отгородиться от того, что про нее пишут. Я просто прочитал... В Стиме есть отзывы, но не сами отзывы, а просто там же написано, что обычно это хорошие отзывы или обычно плохие. Поэтому я просто прочитал, там написано было, что отзывы очень хорошие. И мне стало интересно. Си, чтобы бросить. Блин, спасибо. Так. Аудиозапись KKON. Вы нашли аудиозапись Кокона. Каждая такая запись представляет собой файл, который можно послушать на базе данных. Нажмите, чтобы забрать аудиозапись. Зажмите и чтобы забрать ее и сразу воспроизвести. А где я ее теперь? Таб. Улучшение. Что, блин? База данных. Аудиозаписи изгнанников. Аудиозаписи Кики он, вот. Сколько уже? Сейчас 16 стен, видимо. Ну, короче, читайте, ребята, уж на самом деле.
She knows more about how this all works than, well, anyone. Dr. Halsey. John. What's the plan? The plan? Right now, we are in survival mode. Ожидаю который раз. Cortana's message has spread across the galaxy. Most sentient AI are siding with her. Against us? Yes. But maybe not you. Tell me, John. What was the last thing she said to you? She said... Goodbye. Также, ребятушки, такая штука интересная. Возможно, для кого-то это сейчас будет немножечко дико, то, что я скажу, но с Картаной я знаком лучше, чем с Мастер Чифом. По той простой причине, что в 2014 году я купил себе телефон с операционкой Windows. Кстати, если что, он прослужил мне 4,5 года, пока я не перешел на следующую модель. И это был лучший телефон за все время, сколько я пользуюсь телефонами. Так вот. Если вы помните, Windows... Ох, черт. В Windows у них голосовой помощник — это Cortana. Поэтому Cortana я знаю очень хорошо. Черт, оно закончилось. Да, это я к тому, что... Бам! Это у них голосовые модуляторы. Я на самом деле не так много чего знаю из вселенной, потому что... Я же говорю, играл только в первую игру, и то не до конца, если что. Очень жаль. У меня полные гренки, не полные? Ну, две, хорошо. Поэтому я не знаю, с чего бы у них быть таким голосам. Они же вроде как инопланетяне, им не надо говорить на английском. Поэтому то, что они так разговаривают, это у них голосовой модулятор или где? Я подберу эту штуку. Мне сюда, сюда, поехали. Ребят, кто будет смотреть, кто хорошо знаком с этой вселенной, пожалуйста, не бомбите. Можете мне немножечко рассказать, что происходит вообще? Блин, это штурмовая винтовка таповая. Да-да-да. Остановись. Минус. А что будет, когда она закончится? Просто закончится, да? Тогда я возьму обратно револьвер. Пока что из того, что есть. Не, пока что из того, что есть, мне больше всего нравится наша землянская штурмовая винтовка, которая вот здесь. Но не очень быстро заканчиваются патроны, поэтому я, наверное, похожу с револьвером. Что тут можно прихватить? Взрывные, тут все... Я пропущу, наверное, очень много разных секретов, прежде чем я научусь пользоваться. Кстати, это наша винтовка, они изучают, видимо, тоже хотят себе на вооружение. Если я правильно помню, то, возможно, их энергетическое оружие, оно не пробивает щиты, а наше оружие как раз... пробивает щиты, или почему оно так все хорошо было. Ой, это какие-то новые гранаты я подобрал. Не знаю, с этими ребятами я разобрался именно гранатами. Чего от меня хотите? Что это, патроны? Так вот, можете запросто писать
Ёлки. Я возьму еще. Можете писать в комментах всякие подробности, всякие интересные вещи. Что вы знаете о лоре этой вселенной? Ой, минус. Ой, минус. Неплохо. Ограничений по дальности у этой штуки, видимо, нету, да? Минус. How dare you? По-моему, вы с землянами общаетесь чуть ближе, чем вам хотелось бы. А ты офигел столько жить? Подберу греночки. Так а кто от вас бежит-то? А мелочь тоже с первого раза не дохнет? Вы нормальные вообще? В кого он стреляет сейчас? Меня ж там нет. Ага, сейчас. Нет! А, я могу выбивать им щит, серьезно? Ой, тут турель. Давайте минуточку определимся, я могу выбить ему щит или нет? Могу. А, и он не возвращается. То есть на это просто надо потратить много боеприпасов, но щит можно выбить. Фу, хорошо, будем знать. Можно было зайти со стороны? Собственно, да. Греночки возьму. Ну, пока что револьвер мне устраивает больше всего из того, что тут есть. Да, ребят, также, кстати, по хронометражу этой серии я не знаю, каким он будет. И вообще, мы пока что просто определяемся. Я зашел глянуть, что тут творится. А как это все будет происходить, я еще не знаю точно. Две обоймы. Но с прицелом, блин. Ладно, пойдем. Хочу попробовать. Зря, да? Час уже близок, скоро знаменитель одержит победу. Артрит услышал твои слова. Пусть жизнь твоя завершена, но воля твоя исполнится, верные бойцы захватят кольцо. А, Артрита убили все-таки? А кто его убил? Humanity will cower before your legacy. They will burn. Their praise and defiance. Чё ты за макаки? Я же говорю, я вообще не в курсе лора, потому что я пропустил там примерно лет 15 развития этой игры. Надо будет хотя бы почитать, что-то посмотреть, хоть как-то где-то что-то, чтобы понять, что тут происходит. Потому что я не понимаю, почему эти макаки, так подозрительно напоминающие Локост, We have a new problem. We need to get out of here. I'm working on it. Work faster. These pelicans nearly on board and the power's still out. Don't let them get me. Nah. Что, блин? А когда ты летать-то научился? А, ты босс!
Kill him, да-да-да. Не-не-не. Кто тут? Блин, он моментально мне просто выносит. Кто ты такой вообще? Нету у тебя гудшота, успокойся. Где ты, урод? Я не вижу, где он. Куда ты провалился, в какую дыру? Чувак, короче, с джетпаком не так прост. Куда ты пошел? А, вон он. Чувак, это называется великое искусство префайера. Люди непобедимы, пока у них есть префайер. До свидания. Я просто знал, что это ты. Ну-ка, что это такое? Знаете, как это, как в один дома. Я знал, что это ты. Я еще с коридора учил твой запах. О, это тоже штурмовой. Блин, а я, честно говоря, наверное, не хочу. Черт. Я бы, да, взял вот эту штуку. Она пока что работает лучше всего. Что мне тут нужно? Ой, блин. Так. Зажимать? Нет, фиг зажимать. Ладно. Разберемся, как гранаты менять потом. Что-то я пока не знаю. Z? Да, мне туда. Супер. Я что-то еще немножечко в кнопках путаюсь. Ничего сложного, я не знаю почему, но вот, вот как-то вот, да. Винтовки у них эти. Вот это вы гамадрилы, конечно. Ладно. Нет, штуку нужно что? Вывести из строя, захватить. Что я делаю с этим кораблем? Зарк, нужно взламывать. Ну, понятно. Да, я понял. Новый план. I'm gonna warm things up. Но их же тут никого не было. Или были. О! На самом деле рабочая тактика. В ногу и добиваешь. Если бы они еще не бегали. Где ты? А черт, не дотянулся, чтоб тебя. Я пошутил, но. Что? Заряди мне щит! За ногу. Дайте мне... Почему я не могу оружку поменять? Так, ладно. У нас есть два пункта, которые нам нужно... О. Уничтожить? Видимо, да. Происходит. О!
Let them get me, please. До свидания, чувак. Спартанца. Ага. А где он еще раз? Внизу? А, вот. Нормально. Get ready. Готовься. Типа... Okay, okay. Чим? Fire up those engines, Chief. Maybe we'll survive. Ага. Ну, поехали. Привет, чувак. Спартанец. Кое-что получше, мастер Чиф вернулся. Something better. Да, чувак. The Master Chief returns. Да, мастер Чиф. Tossed into the void. And here you stand. Humans call you their savior. Covenant. Demon. The banished. А мы? Prey. Добычи. Чувак, ты свои зубы видел? Destroy this craft if you must. It matters not. The banished will hunt you down. Да я сам вас найду, ребят, вы чё? Играть за Мастер Чифа и сейчас бы кого-то бояться, ага. Do you know him? No. Well, he knows you. He knows all about you. You need to hurry and get back here. I don't know how long this ship will hold together. Давайте не на время, пожалуйста. Ясно? Побегушки. Там можно было красиво заслайдить, но это ж не про нас. Жизни! За ногу. Да, я понял, на это наступать не стоит. Мне туда? Ну окей. Понято. Процентов осталось. Да, я правильно запомнил. Беги! По-моему, я только хуже сделаю, когда подтягиваюсь. Куда теперь-то? Понял. А,
А, я улетел? Блин. С какого момента? Ну, я видел уже куда, а оно... Немножко сложно ориентироваться, если что. Okay, so 90 seconds to full charge. I hope this place holds together that long. Charge faster! У меня пушка закончилась. Я не успел подобрать ничего. Ладно. Чувак, подбирай меня. Я смотреть не могу. Или могу, или что, или где? Не, я не управляю. Сообщение, робот координат сдан, на данном местонахождении обнаружено, задание выполнено, сбой подсистемы. Chief, you still with me? I'm here. Okay, give me a second. I'm coming to get you. Ну, я вот чуть-чуть управляю, ну, чуть-чуть совсем, да. Это был пролог. Уии! Это не может не радовать. Так, откуда мы начнем? Найди корабль «Бесконечность». «Бесконечность» — класс «Суперкрейсер». Численность экипажа 7150. Сканирую снаряжение. Это космическое командование. Статус мертвы. Ауч. Мастер Чиф жив? Артрит уверял нас, что он мертв. Тебя что, это не злит? Нет, скорее воодушевляет. Я обещал на возвращение, превосходство, возрождение. Мастер Чиф угрожает всему. Согласен в моих решениях? В стратегии Артрита? Артрит уже мертв. Это его вина, что мы тут застряли. Знаников больше никто не заставит склониться. Не Ковенант. Не пророки. Не она. Вы что, эти зелоты, что ли? Это кольцо снова будет работать. Нет, лишь потом будет ладно это общение. Я не знаю, какая-то дикая смесь
мастер Клинка. Связался с Спартанцем потихоньку, я желаю знать о нем все. Да, ваша светлость. Я прошу подключение к броне. Разрешаю. Зашифрованное сообщение. Выполнена расшифровка. Источник сообщения. Производится триангуляция. Ну, дело сделано. Они могут вернуться в любую минуту. Выследят нас и убьют. Что пытаешься найти? Сигнал найден, точка маршрута загружена. Там ничего нет. Вот, ничего, нечего там искать, нам надо домой. Продолжим маршрут. Хорошо, принять решение управления, давай. Ты что, издеваешься? Зачем нам туда лететь? Если они хотят нас уничтожить. Нас всех. И что, думаешь, мы даем их остановим? Я же сказал, нас разгромили. Геройство нам теперь не поможешь. Нет, мы выполним долг. Защитим человечество. Даже в атмосфере. Автопилот включает через 5. Это новое задание, солдат. Что там? Оружие? Оружие? Сколько тебе нужно пушек? Я уже начинаю жалеть, что подорвал спартанца. Пойми, это глупая идея. Они нас атакуют все сразу. А я без пушки. А, они одеты в щиты, я понял. Я что, его убил? Хорошо. Нет, видимо, не убил. Видимо, он тоже пошел щиты подзагрузить. Сейчас, если мы возьмем эту пушку... Да, она зарядится. Все, ребятушки, пролог мы прошли, немножечко на игру посмотрели. Времени мы в ней провели достаточно, я думаю, на сегодня. Посмотрим, что дальше. Я думаю, у нас должно было пройти сохранение. А пока что пишите, что думаете, как вам, что вам. Давненько у нас не было такого большого AAA красивого, поэтому... Я думаю, что мы бы проходили бы, поиграли бы. Мне хочется, по крайней мере. Пишите, что вы думаете в комментах. Пока что на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодцы. Всем пакета.